Добро пожаловать на канал Мингия. С вами Лиса Ран. И хочу в первую очередь поблагодарить вас за 30 тысяч подписчиков. Для меня это очень большое число. Это как подарок мне на день рождения. Вчера у меня было день рождения, 31 октября. Спасибо всем, кто меня поздравил. А сегодня Ян с канала Ян Син. Если вы еще не подписаны на него, то подписывайтесь. Ссылочку оставлю в описании. Будет отгадывать Мане и лидера в группах. Вы мне очень много просили, чтобы я сделала такое видео. Та-дам! Давайте же начнем. Всем привет, с вами Ян, и, короче, мы начинаем. Итак, первая группа. Ну, как ты думаешь, кто из них лидер, а кто самый младший? Мане или Макне, как кто говорит. Сейчас, я самый младший сначала выберу. Самый младший будет Саджун. Сон Джон. Пофиг. А главарь будет... Как, кстати, группа называется, хотя бы скажи? Инфинит. Я не знаю, на... Доун, хочется сказать, ну, скорее всего, он. Нет, вот он. Сон Гю. Ман. Группа God Seven. God Seven. Хорошо. Он анализирует всех. Самый младший вот этот Йон Дже. Нет. А самый главный у них это Марк. Нет. Самый главный Джейби, а самый младший Йогён. Да видал я эти манги, блин. О, теперь мои любимые Альфти Айленд. Этот самый младший. Нет. Главный вот этот. Правильно. Джон Хун лидер. Ну, короче, у меня... А самый младший Минхван. Один балл или так, два? Твоя любимая группа EXO. EXO K. Ну это просто, ну, грех не угадать будет, конечно. Дориме. Interimo ad appare dorime. Ameno, ланчи. Он улыбается? Да, Дио улыбается. Круто. Я специально тебе подобрала такую картинку, где, чтобы Дио улыбался. А то говоришь, что он не умеет улыбаться. Нет, он умеет улыбаться. Да, хорошо. Но мне очень сложно выбрать. Самый младший. Не знаю, вот этот Сахун главный. Нет, он наоборот младший, а лидер Сухо. Любимая группа моих зрителей, BTS. Тут лидер, он вообще вот очень подходит, его образ, он вообще подходит очень. Рапмон. Да, правильно. А младший самый? Вот этот, Чимин. Нет, Чонгу. Чёрт! Да они все на одну рожу, это неинтересно, блин. Следующая группа B2B. Первый раз вообще слышу. Инкван, самый младший. Нет, он лидер. Тьфу, блин, я сказала. Ой, блин! Инкван лидер, короче, сейчас самого младшего выберу. Блин, я спалилась. Ну, это твой косяк. Самый младший это... Хёнчик! Нет. Да ну какого? Сонджи. Самый младший. Предпоследняя группа Big Bang. Ну, короче... Таян главарь их нет? Нет. Да, это самый младший. The Son. Вот. Сонри. Сенри. Кто он? Молодой самый. Да. Ну, ты сначала на этого показывал, а потом... Да я же пошутил, ну вы же понимаете. А лидера не угадал? Лидер, я не знаю, ну, похож вот этот, но, наверное, нет. Нет, GD. Лидер. И последняя группа. Бец, я не знаю, как правильно читается. Исправьте меня в комментариях. Первый раз еще ты, особенно вот этого, первый раз вижу вообще. Есоп.
Хорошо. Ну, если я знаю чувачка, он снимался в этом, как его, Чунхён. Чунхён, он снимался в Монстар. Да, наверное. А так я эту группу вообще не слушаю. Может, пару песен слушала, но не помню. Хён Сын, короче, этот... Варь сама не знает. Ну, я не знаю, потому что я не знаю эту группу. Молодец. Малолетка тут... Кикван. Нет. Дуджун лидер, а... Вот этот самый младший, как его, Дон Вон. В этом конкурсе я соснул полностью, как бы, ну... Сколько там, 2 балла несчастных? Или вообще там, даже 2 нету? Ну, балла 3-4, наверное, 3 где-то. Ну, 3 точно. Вот самое хорошее было твое, это когда ты отгадывал этих персонажей, первая часть была. Просто тогда этот, ну, это самое, ну, чары мои пропали колдовские. Понятно. Надо заканчивать. В общем, вот такое видео получилось. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь и пишите комментарии какие-нибудь, чтобы мне было что прочитать. С вами была Лиса Ран и Ян. Всем пока! Всем пока! Блин, да какого? Нечего заканчивать мое видео. Всем пока, и потом себя еще пока, просто обрежу так. Эй, псс, мне нужно кое-что тебе сказать. Ну, это, лайк поставь, подпишись. Будь няшкой и знай, что я тебя люблю. Ну а теперь танцы.